Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Олександр Гамоля. Глядіться у гэтым выпуску. У Рэчыцы знішчылі апошнюю партыю супрацьпяхотных мін ПФМ-1. Забудова района ўздоўж вуліцы Дакутовіч у Гомелі будзе працягнута ў гэтым годзе. Пажарны павяшальнік выратаваў сям'ю ў Лоеўскім раёне. Сёння гомельскія тэатралы сустрэнуцца з народнай артысткай Расіі Лія Хіджакавай. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. У Рэчыцы знішчылі апошнюю партыю супрацьпяхотных мін ПФМ-1. Іх утылізавалі метадам халоднай дэтанацыі ў спецыяльнай бронекамеры. Пасля ўсе адходы перапрацоўваюцца да бяспечнага для экалогіі стану. Такія міны прымянялі савецкія войскі ў Афганістане. Іх магутнасць адносна невялікая, каля 30 грамаў у тратылавым эквіваленце. Напярэдадні былі утылізаваны 78 апошніх супрацьпяхотных мін. Данный тип боеприпасов, срок хранения которого был определен в 10 лет изготовителю, давно истек. Поэтому они, естественно, уже, скажем так, не отвечали требованиям безопасности с их обращением. Что касается уничтожения взрывоопасных предметов, которым занимаются вооруженные силы, внутренние войска Министерства внутренних дел, то это порядка 20 тысяч боеприпасов в год, которые, как правило, уничтожаются вместе их обнаружения. Во-первых, Евросоюз весьма заинтересован в уничтожении и запрете противопехотных мин. И поэтому для нас это очень важный проект. Мы поддерживаем то, что Беларусь присоединилась к Оттавской конвенции. И сегодня прекрасный день. Каждый раз, когда уничтожаются мины, это прекрасно. И для меня это очень важно. У Беларуси с часов Советского Союза заставались прикладно 3,5 миллиона таких мин. Тому в 2004 году наша краина долучилась до конвенции об забороне применения, створения запасов, вытворчести и передаче супрацьпяхотных мин и об их знищении. С этой метой был реализован совместный проект Беларуси и Евросоюза. Его кошт 4 миллиона евро. И зараз наша краина целком выполнила международные обязательства. Пожарный оповяшальник выратаваў сям'ю у Лоеўскім районе. Паведамленне о пожаре у жилым доме у вёсцы Крупеньки поступило выратавальникам каля 2 гадзін ночи. Калі на месца выклику прибыли подразделения МНС, дах будинка был охоплены открытым полымем. У моменту сгорания у доме находилась семья с 3 человек, у тым ліку дзяўчынка 2005 года нараджэння. Про здарэнне господаров попередил автономный пожарный оповяшальник. Мужчина прачнулся от гуку, отчуў пах дыму, разбудил жонку и дачку, и яны покинули дом до прибытия выратавальников. У выніку пожару огнем пошкоджаны дах, стены, маёмасць внутри дома. Причина высвятляется. Одна из версий – неосторожность при курении. По дадзеных МНС, с пачатку гэтага года, дзякуючы павяшчальніку, на пажарах выратаваліся больш як 30 чалавек, у тым ліку одно дзіця. Працягваем выпуск. У цэнтры Гомеля з'явіцца група з 5 шматкватэрных дамоў. Шматпавярхоўкі будуць размяшацца ўздоўж вуліцы Дакутовіч з выхадам на Кірава. Першы дом на перакрыжаванні Дакутовіч-Чырвоная будзе здадзены ў эксплуатацыю ў гэтым годзе. Пасля пачнецца падрыхтоўка пляцоўкі для будаўніцтва побач наступнай шматпавярхоўкі. Работы па яе ўзвядзенні плануюць пачаць да канца года. Увогуле будаўніцтва групы дамоў плануюць завяршыць у бліжэйшыя 3 гады. Праект прадугледжвае знос дамоў прыватнай забудоўлі і непрацуючай кацельні. Усе жыхары атрымаюць кампенсацыю, якая прадугледжана законодаўствам. У план зносу не трапляе дзіцячы садок, які размешчаны побач. Строительство групы этих домов подразумевает за собой снос порядка 40 частных домовладений. Под эту группу жилых домов у нас попадает только частный сектор. Частный сектор и здание котельное, которое нерабочее. Детские сады и школы сноситься не будут. Они в зону строительства не попадают. Напередодні открытия мотосезона у Гомеля провели акцию, накированную на профилактику порушения с боку водителей мотоциклов и скутеров. Нагадать о правилах поводзінаў на дорозе пришли супрацовники областной дзяржаўтаінспекцыі и удельники мотоклуба «Железные браты». Узровень небяспеки у вынику порушения правил дорожного руху оценили наши корреспонденты. Статыстыка сведчыць, негледзячы на популярнасць аўто, колькасць двухколавых транспартных сродкаў не зніжаецца. Зараз на Гомельшыне зарэгістравана амаль 56 тысяч мотоциклаў, 11,5 тысяч мопедаў і скутараў. Колькі тэхнікі на уліку не знаходзіцца, дакладна невядома.
Такие выпадки особливо распространены у сельской мясовости. Нехто широ перекананы, с ним ничего не здарится. Люди, которые загинули, те застались инвалидами, у свой час так само верили у счастливый лёс. В 2016 году на территории Гомельской области по вине водителей мотоциклов, скутеров либо мопедов произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек погибли, 21 получили травмы различной степени тяжести. За 3 месяца этого года уже произошло 2 дорожно-транспортных происшествия по вине мотоциклистов, в которых один человек погиб и один человек получил ранение. С уликом того, что мотоциклистов на городских дорогах еще не шмат, основную увагу удельники акции сконцентровали на водителях авто. Урэште, яны находятся на одной дорозе с незаусёды дисциплинованными уладальниками двухколовых транспортных сродков. Сучасный мотоцикл может представлять реальную небеспеку. У некоторых моделях объем руховика большим у інших автомобилях. Вага до 500 кг и максимальная хуткость каля 300 км за годину. У мотоклубе «Железные браты» кажут, что сами яны правила дорожного руху не порушают. Але за матрами показать свою удалость сутыкаются часто. И это погроза не только для самих лихачов, але и для тех, кто в этот момент оказывается побач. Да, есть отдельные личности, которые позволяют себе наглым образом проехаться на заднем колесе, на центральной улице, которой насыщенный транспортный поток. Вот. Мы стараемся с такими людьми вести беседы, вот, чтобы они так больше не делали. Олег Сунцюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У картинной галереи Гаврила Вашанки открылась выстава «Арт-дизайн». У экспозиции дипломные работы навученцев и выпускников отделения дизайн Гомельского мастацкого колледжа. За 28 годов его існавання отделение живопись, декоративно-прикладное мастацтво и дизайн выпустили 750 специалистов. Многие из них протягнули навучання у ВНУ Беларуси и замежа. Проект «Арт-дизайн» закликаны засяродить увагу абитуриентов на одном из отделений колледжа. Все дизайнерские работы уздымают питания, которые хвалюют сучасную молодь. Это кохание, семья, пошук себе, проблемы экологии. Здесь мы видим и серьезные какие-то компьютерные работы, да, и то, что может использоваться как декоративное панно, и что может использоваться на производстве игрушек. Наши ребята по работам, которые вы здесь увидели, да, очень широко могут использовать свои дипломные работы и, конечно же, очень широко могут использовать то, чему их научили в нашем колледже. Они из них выходят профессиональные дизайнеры. Увогуле работы навученцаў аддзялення дызайн можна ўбачыць у розных кутках Гомеля. Гэта праекты інтэр'ераў і экстэр'ераў установ абласнога цэнтра. Яны ўдзельнічаюць у стварэнні стыляў прыватных кампаній, макетаў кніг, настольных гульняў. Сёння гомельскія тэатралы сустрэнуцца з народнай артысткай Расіі Лія Хіджакавай. Яна выконвае галоўную ролю ў спектаклі «Мой унук Веньямін», які прадставяць на сцэне абласнога драматычнага тэатра. Гэта гісторыя сямейных адносінаў. Галоўная гераіня Эсфір беспаспяхова шукае свайму сыну правільную нявесту. І вось аднойчы яна адправляецца ў свой родны Бабруйск і прывозіць адтуль наследніцу з праверанай сям'і. Сын Эсфір пярэшыць навязанаму вяселлю, а нявеста оказывается не той, кем сдавалася одразу. Премьеру наведает наша здымочная группа. Репортаж глядите у пятницу 7 красавіка. Сегодня Международный день спорта на телеканале «Беларусь-4». Ведущие гости программы «Добрый вечер, Гомель» расскажут об спортивном житті региона. Какие виды уличного спорта сегодня наиболее популярные? Как гомельщина рыхтуется принять удельников спаборництва по картингу и мотошматборье? Как на базе звычайной гомельской школы появилась соправная футбольная лига? У прямом эфире труки у выполнения ведомого белорусского фристайлера Владислава Костюченки и воркаутера Вячеслава Кукцы. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сегодня у 20:40 на телеканале «Беларусь-4». Телефон у студии 37-519. Гэта іншыя навіны вы можете знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. Далей у эфіры спартыўны агляд. З навінамі спорту пазнаёміць Максім Савін.